Раннее утро нового рабочего дня наша съемочная группа встретила возле проходной бывшего «Централита». Зная предполагаемое имя начальника, мы решили попытать удачу и найти этого мистера Икс среди людей, входящих в ворота раскуроченного предприятия. Петр Полиславович? Нет. Все, будем искать. Добрый день. Скажите, а Петр Полиславович на работе уже? Без комментариев. Ясно, без комментариев, как обычно. Ну и в среду выявить таинственного начальника среди спешащих на развороченное предприятие нам так и не удалось. То ли решил он в этот день прогулять работу, то ли нашел какой-нибудь другой, более комфортный путь, чтобы попасть на свое рабочее место. Все это снова осталось загадкой, как и то, кто и с какой целью орудует на землях некогда процветающего завода. И кто ответит за поврежденные коммуникации работающего рядом с ним предприятия.